В оздоровительно-образовательном центре «Дельфин» провели соревнования для своих воспитанников. Не столько спортивный, сколько развлекательный формат веселых стартов способствует объединению юных пловцов и их тренеров в одну дружную команду. Веселые старты, то есть это эстафеты, ребята должны будут переплыть, должны будут помочь друг другу, то есть они преодолевают водную гладь. Чтобы отвлечься от серьезной подготовки к соревнованиям разного уровня и постоянных тренировок, несколько раз в год руководство центра проводит праздники для своих ребят. Зимой это новогодние спектакли, а на этот раз команда тренеров подготовила дружеские эстафеты. Мы стараемся как бы, ну, разнообразить, чтобы не было там соревнований, там таких вот прям, чтобы дети порадовались, и малыши тоже были задействованы, и родители, как вы видели, сегодня помогали. Поэтому в совокупности праздник получился. Участники разделились на 6 команд. В каждой мальчики и девочки разного возраста, чтобы все было по-честному. Ребятам предстояло пройти 8 эстафет на скорость, меткость и ловкость. Пловцов поддерживали их родители. Я очень рада. Мы с удовольствием пришли. Дети были тоже очень рады. Ждали с вчерашнего дня соревнования. Когда мы поедем. Утром рано проснулись, собрались и побежали. Очень довольны, спасибо большое. Все участники заплывов получили большое удовольствие, а победители – грамоты и сладкие подарки. С малых лет занимаюсь уже и как бы не планирую бросать. Все-таки это спорт, это здоровье. На сегодняшних соревнованиях мне больше всего запомнилось последний этап соревнований – хвостики, где надо было лопать шарики и принести команде как можно больше хвостиков. Зная высокий уровень фантазии руководства и тренеров центра «Дельфин», можно быть уверенными, что подобные мероприятия для своих воспитанников будут продолжаться. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».